Совсем недавно мы выезжали на территорию Чкаловских озер, чтобы рассказать, как активно здесь идет ход благоустройства. Однако складывается ощущение, что не все хотят видеть город ухоженным и красивым. В то время как со стороны одного амфитеатра жители уже могут наслаждаться видом на озеро, сидя на таких деревянных многоуровневых скамейках, гулять по обустроенным дорожкам и радоваться чистым газонам, со стороны другого амфитеатра совсем иная картина. И вот подрядчик приступил ко второму этапу благоустройства и столкнулся с серьезной проблемой стихийных свалок. Уборка бытового мусора на месте будущей точки притяжения явно не ускоряет процесс благоустройства этой территории. Рабочие вывозят его отсюда машинами. Только с начала этого года на полигоны отправили 55 кубов. А вот столько мусора собрали всего за 10 минут, пока мы с коллегой снимали окрестности. Между прочим, многие до сих пор задаются вопросом, почему Чкаловские озера, если видят одно большое озеро. Оказывается, за деревьями и зарослями скрывается уютное маленькое озерцо. Прежде чем жители увидят его во всей красе, предстоит разгрести горы мусора. Виктория Мельник, Екатерина Куцева, Щелковское телевидение.